Ну що ж, а ми вже зачекалися на гостей в нашій студії, і вони вже до нас завітали. Саме зараз з нами Ольга Ярош, старший викладач кафедри дизайну університету культури і технолог перукарської справи, і Надія Статишина, студентка 5-го курсу. Я вас вітаю, доброго ранку. Все ж, вітаємо вас у нас у студії і вітаємо з першим місцем. Розповідайте, як перше місце у чому, в якому конкурсі? Так, наші телеглядачі вже зачекалися. Это ежегодный конкурс от компании «Косметическая стель». Проводится он, как правило, под конец осени, зимы, да, «Снежная королева». Вот. В этом году, как правило, проводила «Снежная королева», такой образ блондинки, да, королевский в светлых тонах. И тут они решили в этом году сделать тематический этот конкурс, разделить его на номинации. Были стиляги, была готическая номинация, была рок-номинация. Гламур, панк-рок и хиты. И хиты. То есть 4 номинации. Да. Гламур, панк-рок и хиты. Да, это были по городам разделены. Можно было самостоятельно выбирать номинации? Нет, нет, нет. Номинации были разделены по регионам, по городам, и нашему региону досталась номинация стиляги. Ух ты. Ого, да. Ничего себе. У нас была «Снежная королева». В этом стиле стиляги. А кто был в жюри? Кто вот эту ответственность взял на себя? Кто решал, собственно говоря, кто у нас победитель, а кто... Это сотрудники и технологи компании «Эстель». Мне они вот организовывают этот конкурс, и у них же и специалисты в этой области, которые являются членами жюри. Очень интересно узнать, как готовились и насколько все было трепетно. Вот, как подбирали цветовую гамму. Готовились очень долго, месяца два, наверное. С цветовой гаммой как-то меньше всего было проблем, потому что этот как бы цвет мы выбрали фиолет. Этот цвет мой любимый. Вот как-то я как бы одежду мы тоже сами шили, мы создавали все полностью: одежда, макияж. Я предлагаю не таить интригу и сказать о том, что мы подготовили небольшой фотоотчет, вот, и хотели бы показать нашим телезрителям и уже комментировать его. Вот мы видим фотографии на экранчике с конкурса. Вот. Это с моделью, я так понимаю, да. Представлены. Да, это была наша модель, тоже наша студентка, первокурсница. Вот, подбирали образ, конечно, не только прическа, макияж, видите, платье, аксессуары, да. Но и модель сам. Типаж модели, чтобы был тоже. То есть проходила определенный кастинг перед... Конечно. Подбиралось все, анализировалось, да, как сам образ, так и модель подбиралась. Как же, то есть, вот, насколько вот... ожидаемо первое место было? Какие эмоции испытывали? Ожидаемо было, предполагаемо, потому что Наденька одна из лучших учениц, очень ответственно, очень кропотливо подошла к этому заданию, поэтому я практически на 100% ожидала от нее такого результата, то есть вместе в тандеме мы разработали этот образ, мы проанализировали исторический период, мы проанализировали сучасные направления в моде, мы проанализировали требования конкурса и... Все, создали этот образ. Вот еще интересный такой вопрос. В сборе образа, когда определяете, что уже все, вот, то есть закончено все, по эскизам все детали готовы, то есть и начинаете, уже больше ничего не добавляется туда. То есть как вот этот момент определили, как почувствовали? Что последние штрихи все, это постепенно или комплексно все происходило? Конечно, постепенно. Конечно, постепенно. Да, ну как бы без все-таки основ композиции мы как бы вот благодаря вот изучению основ композиции мы вот как бы чувствуем вот что все вот это уже. А бывало такое, что просыпаешься утром и вот оп и что-нибудь тебе новенькое, свеженькое в голову пришло. Вот, ну вот нужно это включить в образ. Таня, ты судишь по себе, да? Ну возможно. Два месяца работы, два месяца тяжелой работы, пошивка костюмов, идея. А Надежда, а что еще входило в вашу работу? Может, репетиции, насколько часто они происходили? Или круглые столы вы собирали? Да, репетиции были, конечно же, каждый день. Мы эту модель, конечно, спасибо ей большое, потому что она терпела все. Также входило в мою обязанность изготовление украшений. Ну, все абсолютно от начала до конца все делала вручную.
Хотелось бы узнать о дальнейших творческих планах еще. Будут ли какие-то наметки и новые конкурсы, в которых собираешься участвовать? Конечно же, не без этого. Как бы скоро, вот в следующем году уже, в начале весны, будет у нас еще конкурс, тоже от компании «Эстель». И я планирую представлять наш университет культуры. Это будет конкурс Color Estelle, как бы в окрашивании. Там будет тоже несколько номинаций, пока еще не определилась. Там тоже будет спорный образ или же нужно будет только технологию показать? Я еще в этом конкурсе я еще не участвовала, и поскольку это еще как бы далеко пока, то я еще так плотно не ознакомилась. Ну что ж, хотим сказать тебе о том, что желаем тебе побольше творческих, свершения творческих твоих планов. Да, и как-то вот еще подчеркну, что быть моделью — это не просто прошелся один раз, улыбнулся и все, работа закончилась. Кстати, если, допустим, среди наших телезрителей появятся желающие поучаствовать, могут ли они прийти и попробовать себя в роли модели? Конечно. Я даже бы приглашаю, я ищу модель, высокую, худенькую девочку. То есть, дорогие телезрители, все желающие, кто хочет себя попробовать в роли модели, могут спокойненько прийти в университет культуры, и, возможно, вам улыбнется удача. Ну що ж, дякую, що розповіли про такий конкурс. Нагадаю, що з нами Ольга Ярош, старша викладач кафедри дизайну, технолог перукарської справи, і Надія Статишина, студентка 5-го курсу. Вам ще раз доброго ранку, дякую, що прийшли.